Была золотое, соответственно, первое место на Универсиаде в Казани. И это ее дебют на чемпионатах мира. Думаю, что к своим двум титулам захочет она прибавить и мировой. Кстати, вот Анна обладает, вот именно та спортсменка, которая обладает очень хорошим партером. Болевой прием на руку, это ее коронный прием. И, как правило, ну, и стойки хороша, но очень часто переводит борьбу в партере. Там мы, я думаю, можем наблюдать очень интересную борьбу. Арбитр Ислам Андреев, Узбекистан, и боковой судья Апускайте, Литва. Ну, насколько я знаю, непростой получился у нее полуфинальный поединок с Мариной Жарской из Белоруссии. То есть там была очень-очень сильная соперница, очень упорная борьба, но вот Анна все-таки в финале оказалась. Тяжелый поединок, они очень часто встречаются, эти белорусские спортсменки, как правило, хорошо друг друга знают, очень часто бывает, что да, тяжело уже, особо изучили друг друга, но смогла она выиграть и в итоге финал. Пока идет борьба за захват, пробует зацеп выполнить Анна, очень неудачно. Вперед. Ну что ж, спина с колен. Два захватом балла. Одной руки, по-моему, там. Ну, посмотрим. Должна сейчас показать борьбу в партере. Видимо, не в этом. Не в этом. Но на универсиаде в финале буквально за 20-30 секунд ей всего понадобилось для того, чтобы сбить и провести болевой прием. Очень короткая схватка была. Кстати, вот и отвечая тем же болгаркам, тоже спина с колен. Борьба в партере. Анна руку атаковать. Красота. 4 балла. Прекрасно. И сразу переходит на болевой прием. Ущемление ахиллового сухожилия. Все, сдается. Красота. Ну вот это классика самбо, когда бросок и преследование в партере. 4 балла и болевой прием. Ущемление ахиллового сухожилия. Ярко, красиво. Итак, чемпионка мира. Первая сегодня золотая медаль для сборной России. Анна Харитонова в весовой категории до 52 килограммов. Мы обязательно сейчас посмотрим повтор. Ну вот два финала и два таких зрелищных уже они выдались на сегодня. Согласны, Владимир? Да, очень-очень. Этот еще второй еще и досрочно закончился. Давайте мы посмотрим. Это первый бросок. Ну и вот здесь. За одну ногу. Да, и сразу же, не отпуская ногу, переворачивая соперницу, переход на болевой прием. От вашего имени поприветствую сегодня.